здесь удушающий, ну вот мы видели, да, Хабиба бой, удушающий. Здесь мы подхватили шею. Дальше здесь можно вперед растянуть, да, подальше. Дальше можно, у меня, например, здесь лучше душить. Можно на спину дальше. Вот в этой ситуации. Как отсюда защищаться? Во-первых, рука здесь. Пока нет замка, еще попроще. Когда есть замок, все равно нужно уйти. Как? Рукой. Руку, конечно. Руку здесь не давать замкнуть за затылок. Еще раз. Вот эту руку, да, контролировать, не давать замкнуть. То есть. Тогда как-то, ну, еще есть варианты уйти. Но с этого удушающего, я считаю, что, ну, тяжело очень уйти. Если руку за затылок завел человек, то уже осложнее. Еще один вариант, чего здесь нельзя делать. Ноги на партнере крестить. Если я скрестил на нем ноги, да, здесь можно провести болевой, да, как он не чувствуется, да, да. Здесь раз. Вот здесь вот удушающий, вот сюда шею надо гнать, вот сюда, в сторону локтя. Тогда будет попроще. Если здесь душит, то уже потяжелее. Вот сюда вот. Еще как-то можно переиграть ситуацию. Здесь ноги не крестить. Ноги скрестить. Здесь сразу может быть болевой. То есть две ноги сразу сломались. И не давать вот эту руку замкнуть на затылке. Постоянно контролировать. Тогда попроще. Ну а таких людей, как. Ну, тяжело задушить таких людей, как Джефф Монсон. Например, таким удушающим, мне кажется, это нереально задушить.